каст и огненной. Слышишь, огненной каст выносится только в том случае, если надо разморозить человека. Человек должен быть 90%, если у него идет длинный каст, условно, типа, озвучили Эммануэль, значит, ты бежишь, сразу в череп становишься. Типа, если озвучили, если, типа, без разницы, там, огненной каст, ледяной, если тебя озвучили Эммануэль, значит, бежишь в череп, просто не думающий, нахуй. Понял, да? Окей, типа, может быть такой момент, смотри, просто, тоже по ситуации, кто-то затупил, не вынес, то бишь, условно, у нас крест заморозился, типа, там стоит сил. То бишь, соответственно, тебе надо забежать будет, если будет огненной каст. Ну, я думаю, это все озвучится, типа, там что-то не парится. Тебе надо будет забежать именно в крест его там разморозить, таким образом. Типа, когда летит у тебя огненной каст, вокруг тебя такой круг, типа, обрисовывается. И вот, когда ты заводишь этот круг, типа, эту зону заводишь на того человека, который заморожен, он тем самым размораживается. Понял, да? Ты жарко, как садись. Окей, механику это понял. Добро, это типа вне фазы. Будут также три фазы, типа рандомно. Они типа могут быть, блядь, три подряд одинаковых, три разных, типа. Но первая фаза самая простая, это венец, то бишь как в обычке, стоишь, не двигаешься, просто хуяришь босса. Запомнил, да. Вторая фаза по сложности, это инферналы, короче. Все РД-зоны, короче, сходятся в центр, и хуярите слева направо инферналы, как и будет появляться три моба, их надо задамажить по-быстрому, типа. В это время, типа, вот, будем хуярить прям люто. И самая сложная фаза — это зима. То бишь, что будет происходить на зиме, это очень важно. Смотри, только озвучивается, что кастуется зима, твоя задача сразу, до каста, ты хотаешь все пати. Просто именно хотаешь, встань на панель, не знаю, там, как тебе, чтобы удобно было. Ты должен на всех кинуть обновления. И начинается каст зима, ты должен двигаться. Ты должен постоянно двигаться, типа, вот условно, смотри на упол, а вот, да, ты должен, типа, либо прыгать там, короче, справа налево, типа, понял? Так он каждую зиму точку может прожимать. Да я тогда говорю, типа, ты должен двигаться. Но, типа, смотри, может быть такой момент, ты все хотаешь, и зима началась уже. Ты все равно все хотай, прыгай, хотай, пока не дохотаешь. Вот где-то он останется где-то половина хп, и сразу нажимай тучку, когда уже всех дохотаешь, окей? Обновление бросать на всех, обновление, скилл хиловский такой. Только не забудь, что когда ты хотаешь, да, ты выходишь с этой своей шип-формы, и чтобы зайти обратно в тучку, тебе назад надо шип-форму и тучку. Да нет, тучка же просто прожимается. А, тучка, да, так? Формы. Окей, все, классно, все, значит, ну, значит, не будет проблем. Еще типа... Мышку кидай, молитву восстановления. Потому что вот эта фаза, зима, это самая сложная фаза, которая есть на ране. Типа, вообще весь босс по факту весь несложный, но самое сложное это зима пережить. И чтобы хватило ДПС убивать инферналов, все, типа. Вот это, типа, вне фаз, просто идут два коста, мы бьем, размораживаемся, типа, и потом начинается фаза. Но это надо, чтобы тоже ты посмотрел и увидел, типа. По факту ничего сложного нету. Мы все прожимы отдаем. Давай, короче, сейчас да, ва-банка будем идти. Не будем тестить, сейчас будем просто рассчитывать только на одну зиму. Поставьте, что есть у кого почта, я саппорты покупал, блядь. Сейчас поставлю. Столик ебани еще где-то. Берите камни, да, себе сразу же. Написал, нет. Чё нет? Давай еще. Портал стоит, пизду покупай. Так, у кого нет саппорта, давайте пол обмена 10 штук купил на всякий случай. Вопрос на миллион, СС кому? Вопрос на миллион, СС кому? Я хуй знаю. Ну смотри, у нас бойчик глыба, Эммануэль тучка. СС, по скибиде Боб, Войд, Войд должен выжить, блядь. Суна выживет, Петя выживет, я выживу. Я подожди, я ему... Конь выживет. Подожди, я Войду там сокру, сам бабу ловлю тогда. Ой, ну блайм жертвенности ему дам. СС. Да. Остается? СС можно, смотри. Можно СС кинуть на скибиде, что если будет вторая зима, и он сдохнет, чтобы он вышел, ну... Веснулся и прохилил, если чё. Кидай на скибиде СС, да, кидай на скибиде СС.
Тут же обидно, когда хил падает. Так, еще напомню, кому сапроты надо, давайте в пулу обмен, у кого нет слоя сапрота. Все должны быть под сапротами. Теперь, такой момент, у нас нету с собой Брейди. Смотри, что сейчас будет происходить. Олег, твоя задача сейчас намазать яды на босса, чтобы висели замедление каста. Чтоб у нас Lost Sphere бросал, короче, Паша 13% СПД. Это сильно повлияет на твой ДПС? У него сильно повлияет, давай лучше я буду проклятие вешать. Вроде сильно повлияет, проще. Ну у него просто, ну реально у него там дохуя. Я понял. А у меня чисто проклятие, так огонь не кидаю, но там не дамажит почти ни хера. Не, ты смотри, короче, смотри, блядь, вот я как тебе хотел сказать. Короче, на инферналов ты можешь ебашить как хочешь, там будет висеть 100% косноязычие. А вот на босса, ну типа 13% СПД для раз, два, три, четыре персонажа, это, думаю, достаточно много, блядь, нет? Давай попробуем все-таки под косноязычием, это все равно... На трех персонажей. Ну типа ты, Lord Fear, Бойчик и ШП. Ну, мне бы АПА, а не 15 СПД. Так, давайте не будем победить. Ладно, окей, значит, все, отмена, бросаем везде косноязычие, а ты ебашишь, как ебашил. У нас проблема по большей части в переживании зимы. А так мы все остальное убивали под косноязычием. Так что, мне кажется, по ДПС вы нормально должны. Можешь мне еще беса призвать? ХП больше будет. Ну, бес... Да, можешь беса призвать. Ну, ты же под ДПС не просядешь. Ребята, мне сейчас вопрос. А если два приста кинут в разных игроков перед зимой, нормально? Что кинут? Ну, колокольчик кинут в разных игроков, кинут, чтобы она прыгала. Ну, конечно. Там попасть не прыгает. Нет, давай прыгает по ближайшим целям. Вообще я могу еще и в быстрый коспекнуться. Просто, допустим, один кинет в мили зону, а другой... Ну, можешь спекнуться в дестрик, вообще поебать. Похуй, дед, чем ты будешь. А лучше в дестрик еще минус 20% урона. Да. Кстати, да. Плюс лучше урон по элементарям будет. Ну, ты думал. Кому-то штаны, кому-то кольцо. Ну, ура, ребята, им сейчас будет. А там так. Символы тоже на дестрика? Да, символы на дестрика. На кого нужно? На то я иногда на хпале бегаю символами на ретрика. Ну, на паладинах это частая практика. Все, я здесь это дал. Так, пейте сапроты, короче. Буду... Эммануэль, сапрот пей. А тогда, кстати, крафтовые шмотки есть, я только сейчас вспомнил. Кстати, я тоже об них думал, типа запах. Ой, ты каштан, Эммануэль, на сапрот, я же говорил, у кого нет сапрот, дайте обмен, блядь. Петя. Я по сапроту. Я под сапротом. И у тебя уже алхимия прокачана. Прокачана алхимия. А меня еще этот не куплено, да, типа? Ну, на свое сопротивление с острова я еще фармлю. Я понял. У меня по меня еще раз выпрошенка, если я отдаю ее на зиму. Все готовы. Стойте здесь, я запулю ее, заэвэджу. А Сацу ничего не хватает. Бабка, да. Сколько? 4 минуты. Они не работают с лапой. Те сапроты. Да. Еще раз чекаю на фу. А так, а на Жене чё? На Жене каска. В идеале Жене закинуть МП5, каску барабанную кинуть. Он поставит водяной тотем от огня, а Сасуна от льда. Ну и давайте, идите. Иди бафай себе каску там. О, есть каска 8%, найдите, у меня нет. Давай, я бафну. Вот я бафну. Кстати, вообще, если кидаешь СС, спекаешься в другой спек, СС пропадает, что ли?
Нихера, да, точно. Ну вот, ножи не пропало, я вот сейчас вижу. Может, потому что он усиленный какой-то. Ну, наверное, да. Облики. Будем вайпаться, пойду шмот. Все, все хайбафы, все окей, готово, но... Может, подожди, каски присылать? У нас кулака нет, у нас крит на... на... А, будет крит на... Я думаю, на КП. У нас КП дает, все. Отойдите, отойдите, буду эвейдить босса. Все, заходите. Бля, я звездочку поставил, фейл, ебаный рот, а где она? Я смотрю, лети за хуйня. Там черепок стоит. А, типа. Ну, печеньку чуть-чуть подальше, сами все. Короче, сделаем так. Черепок сюда, звездочку сюда, чтобы было видно, а тебе поставим черепок, нахуй. Все. Типа скоро появится. А чё, Каст? Хорошо разморозил. Помнится. Так, мы хорошо. А кто на костах? Каги. Выбежал. На костах это получается. На костах получается ты. Троян выбежал, хорошо. Хагаги, разморозь. Разморозь. Слева начнем, да? Не. Ты бей. Главное бей. У Пола это стоит, просил у Пола. Бойда. Сацуне. Блядь, просил уже озвучил. Бойд еще раз. Ясно. Бердаю. Кибиди. У Пола. Эммануэль. Сацуна. Троян. Хоки. Войт. Здесь долго берем. Забафайте Войта сразу же, все. Эммануэль побежал звездочку, Эммануэль звездочку. Так, Каги. Бля, врога, тупишь. Быстрее надо его сопрожать. Эммануэль надо разворозить, луна. С ним не двигаемся. Гера нет. Давай Геру. Просил, сейчас очень сильно будет низом вызывать. У меня маны нет вообще. Сейчас дам маны. Эммануэль, луну встань, пожалуйста. Ну, тихо, да? Впереди. Выбежал. Не успел, Андрей, на шарах. Крест разморозьте, хорошо, зима, приготовьтесь. Я упал, все, мёртвый, пиздана, падай. Скажи, Войт, скажи, а ты не можешь на себя прохилить, когда тебя
фамильяр, и ты рассчитываешь на шамана, что он тебе... Так он там у него два каста влетело, что он рассчитывает? Один каст летел, но потом летел второй, то есть я пока что не переключался, он быстро исповедь прохилить на себя мог. Не, он шотнул. Не, вообще ему шотнул. Он шотнул его, шотнул, да. Не шотнул его. Да шотнул уже, я смотрел. Ладно. Там именно шотнул, там всех шотнул, я почти шотнул. Блин, тебе Боб. Да что ДПС, ну-ка. 4К у приста, давай-ка поменяемся с ним, блядь. Может будет поинтереснее, блядь. Я 4К точно не дам, больше дам. Просто 4, да. Ну, фамильяров долго били, реально. А 4К это прикол? Или он лежал? Не знаю. Ты как в ДЦшнике прист играешь? Писал 8 лет, ты в ДЦшнике щитки умеешь тыкать? МВшку там? Ну типа 4К это не для карыгера, блядь. Потому что там, ну... А ты замороженный подистрял весь год? Один раз его замораживало, и потом разморозили. Или сам потом заморозился. Ну, короче. Да надо все равно, 4К это, ну, такое. Ну, ты посмотри, поскольку по фамильяру нанес и все, вот это ты его отталкиваешься. 400. Ну, а средний у всех сколько? 700. В среднем. Там у кого-то больше, мало. У кого-то меньше. Видишь, блядь, я тебе говорю, у нас не хватает... У нас хуёво, блядь, я не знаю. Ну да. 13% СПД это очень хуёво, блядь. Так много бафов нету, типа... Да? Что? Много бафов нету, и крита нету, и РДДшного. Да, 13% это, блядь, основа, нахуй, это очень много. Это и рогу баф нет, и ДК баф нет, и пала баф нет. И мага, и лока, и креста. Петя резали? Нет. Мак, дай столик. Друг, а он сильно танка вообще бьет? Я вот об этом тоже думал сейчас. Давай сейчас будешь конь танчить, ты будешь. Я в салу спекнусь. В ледяной? О, спасибо. Протестить. У тебя вообще есть какой-то танк от Трини? Да, чашка и... Покажи. И честный короче. Подожди, там таскали 4 Т4, чтобы дать масс ШВ. Ну, масс, это, масс баунт. Да, неважно. Одевай сейчас, одеваем, просто тестанем. Потому что у меня вообще не пройдет. Одевай просто на ХП, что есть на ХП еще одевай, танковская. Одел. Дайте каски, я вас сразу разбафаю, чтобы потом ману не пить, не сидеть. Да тут Петя, баф. Дай каск. Женя, убегай, тут бафнемся. Женя может не бегать, он тебя чисто МП5 бафает, может никуда не бегать вообще. Он в ДД как бы будет, но типа с танковским тренингом, да? Да. Женя, выбегай. Ну теоретически он босса там 7-8 катать, то может. А у него Т4 танковская или ДДшная? Так, еще что-то на стамину есть у тебя? Любой шмот, кроме сета, нахуй. А, кольца. Ну, типа, все есть, кроме сета. Именно выносы тебе набрать до хера. Самое жирное. Похую, просто сейчас одевай протекцию. Сорокет собери хп и все. Да хватит ему 38, а сейчас вообще будет меньше медведя бить. Не, он будет пить. У него с этой 4 остается сила до хрена. Пухи нормально. Ну так пойдет по ПВ. ШП, соберись. Я тебе почти по ДПС у медведя донал, блядь. Это очень плохо. То, что ты там за ворона стоял, это хуйня. Вот 40-200, короче, 40-300. Нормально.
Просто затестим. Я ром заберу, короче, себе. У него просто нет Т4 и все. Было бы Т4, было бы проще. У меня один кусок есть. У меня 3, прикинь. Ладно, все, давайте это. Сейчас Андрюха будет. Так, СС Женя, да? А, давай, Женя. Ты же просто танчишь, тут никакого нету, ну... Ты чё вообще не отдыхал? Ну просто танчишь, а просто косы сбиваешь, всё. А на зиме я не отхожу от него или... Ну типа, возле него... Нет, ты остаёшься, на зиме остаёшься ты и Хокага. Ты сбиваешь первый кас, он вставай. И прожимки отдаёшь. Да понятно, я всегда отдаю. Не забываем делиться на зиме тоже. Ага, давай я тоже первый кикай, первый кас, как бы появится. Все, иду выйдеть. Заходим. А ты метку себе поставил? Ага. Да, тут была на свободно. Фильки, встань вот где-нибудь здесь, чтобы вот так вот его держать. Да. Потом, если на тебя будет каст, чуть-чуть назад ты идешь. Паш, ты поставь портал бы себе в этот, в звездочку, чтобы тебе и все. Так, сейчас появится. Надеюсь, он не шотнет сейчас, блядь. Ну, посмотрим, насколько нужен здесь танк вообще. Пока я выбежал. Это хак, ты выбежал. Морожение фул. Сейчас надо разморозить звездочку. Обязательно. Тикер. Тикер. Пламень. Стоим на месте, двигаемся. Геру, курсы. Геру, да, два. Ебать, отошел сейчас нахуй. Полок. А нет. Так, Аги. Так он меня вообще не бьет. Ну все. Эммануэль в звездочку. Эммануэль выбежал, Эммануэль в звездочку. Луну надо разморозить. Не успел. Не успел. Надо максимум вмешательства сделать. Инсигналы. И он заморожен, ну блять, попал, не ваше. Нихуя себе. Че, убило? После каста станет это. Вставай, захильте сразу его. Захильте, забафайте. Блять, вставайте в центре хуже, просто уйди сильный, пулю бегайте нахуй. РДДшники, блять, по сторонам где-то, непонятно. Да, заебали. Все, минус 2, минус 2. Бой, ты чё стоишь там, блять, в квадрате? На этих сходимся в центр же. Так, а как они падают ваншотом? Это так и должно быть? Или это три в одну цель кидают? Это три в одну. А. Но FDK шотнуло. Ему 50к прилетело. А, они его просто троем скинулись и все. Они в него скинулись. Это же выстрел элементарно. Ну, три в одну просто. Ну. Так что я могу просто full DD, ну, тот успех затанчить и под стойкой. А по сколько одна тычка их бьет? 22. Ну, 25. Ты пойми, смотри, короче, смотри, сейчас, Андрюха, важный момент, смотри, короче.
Мы бьем босса, он на тебя настакивает стрелы. Когда выходим инферналом, если у тебя висят дебафы, то они повышают урон аркан по тебе, наверное. Я просто не помню, посмотри. Если повышают, то бишь ты прожимай зеленку и незыбку до тех пор, пока тебе дебаф не спадет, типа этот, понял? Ага, а я вроде не вижу, за собой дебаф. Вообще в идеале просто, вот он перефаза, ну точнее фаза элементалей, только он исчез, ты отдал прожимки, чтобы тебя точно не слышал. А я в ретрике не вытончу, чтобы он это фростейк не включал? Что? Это вряд ли, у тебя прожимок столько нет. Как ты будешь на... Ну, как ты огненную стрелу плюс удар босса выдержишь? Тебе в ХП надо забиться и... Нет, с Андрюхой все нормально. Сейчас просто вот этот главный момент, чтобы... короче, касаемо... Ну, просто прожаться надо и все. На элементаре... Да, если там типа получается, мы выходим из интернала, там 8 секунд где-то примерно будет конечно висеть. Так ты даешь вчера зеленку, а потом даешь незыбку. Ему достаточно зеленку отдать. 50 косарей всего. У него 30, ну 40 лет, это еще сверху. Выживет. Ну, я посмотрю, да, я посмотрю, окей, окей. Я просто не видел, ну, не смотрел на дебаф. Вроде ничего такого. Пожалуйста, напоминаю, если начинается инфернал, вы, блядь, сразу же сходите все в центр, чтобы вас увидели, они бегали, вас искали там, нахуй. Это так что, я не понял, мне в ДД шмоте? Нет, так и стоит. А так как был. Okay. Я ебу, ну типа, ты поменял только три шмота и все, ты, блядь, уже 4К ДПС проебал. Ты что, ебнулся? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Основное это три. Шесть шмоты поменял. Не, ну он семерку-то давал. Босса я смотрел, семерку не было. А, ну потом же, да, я ж умер. А, дота тикает. Так, ставлю рыбу. Бля, ведь приебали с моим ДПС, нахуй. Черты, сука. Блядь, каску не бафнул. Ну, сейчас у нас, блядь, всего хватает, чтобы победить этого босса. Просто всего. Осталось только, блядь, переживать, и все. Не переживай. Не расстраивайся. Мы не переживаем, вот именно, нахуй, нихуя. Эммануэль, ёпта мать, в чем проблема? Просто тебе сказали, бежишь просто. Эммануэль побежал звездочку, нахуй. Просто сказали твой ник, даже не думаешь, побежал звездочку, блядь. Только услышал, уже вперед нажал. Вообще сам был. Блядь, ну а ты как хотел, блядь? За секунду сказали, и все, ты, блядь, побежал, прыгнул. Ничего страшного в этом нет. 3 секунды. И там кастуется 3, блядь, почти 4 секунды каст, нахуй. Так там, ну, блядь, все сами должны отслеживать. Значит, еще проще, да, босс. Цели, видишь? Босс кастуется тебя, так что смотри на босса и беги тогда. Если не хочешь ждать секунду. Только смотри, ты бежишь. Смотри, ты бежишь только в том случае, если каст закрытый, то бишь в рамочке, который не сбивается. Если, типа, каст, который просто сбивается, ты не бежишь, именно ледяной. Запомнил, да? Окей. Все, вообще красавчик. Иду его выйдеть. Давай. Блядь, я еще ёбнулся, нахуй. Вдруг, главное, аркан стакает, следи, хорошо. Угу. 10 секунд до появления. Три секунды. Ну, не подвиги. О, молодец. Это где вы? Горите воду, блядь, ебаный профи. Да, я вижу пронзящие стрелы. Да, есть такая. А они повышают по тебе урон или нет? Аркана. Да, темная магия на 150%, они стакаются. 50%, а темные? Темные. Ой, тайные, сори. И все. А 200% повышен, не подносит, не повышает. Фамильяры. Все, появятся фамильяры, прожмись, понял?
Все в центр, два приста. Подал мне зверку. 2 секунды, 1 секунда. Я пошел. А у тебя кожевка есть? Да. Да нет у него отвага? Не, я понимаю, что нет. Кожевка не имеет? Подожди, это на запах? Нет, нет. А, это... Битрай убегает. А, это рог убегает. Ты думал, я? 20 стаков, ой, пиздец. А что так нахуй вообще? Это пиздец. Бойчика. Войн. Эммануэль. Бойщик. Фильки. Пожалуйста. И Пола. Конь. Разморозить звезды. Разморозить звездочку надо. Не, Эммануэль, все нормально. Петя. Уйди, Эммануэль, уйди. Пока где? Не туда. Бля, Рох, ну ты пиздец. Главное, Мелизону не... Паша в звезду. Паша. Звездочку надо разморозить. Конь. Хе, нормально теперь можно отдыхать, да? Слышь, Кенера. Стоим, не двигаемся. Веру. Не двигайся. Как я? Слушай, если ты зеленку будешь проживать между местами, так и не скинутся у тебя? Нет, не скидываются. Фидики на фидики. Смотрите. Морщика цепляешь. Да, отходи. Центр сошлись быстро. Бля. Сейчас, короче, дашь зеленку, когда кончится зеленка, скажешь, что тебе дали сакру. Сейчас, у меня я на низик не знаю, когда. На ману что-то на. 3 секунды, 1 секунду. Ману. Давай сакру, дай сакру. Зеленку дал, зеленку дал. Ману падает, да. 400% внимания разных получит. Игроков. Присты, отдайте колокольчики разных игроков. А видишь, что колокольчики не спасают тут что-то. Здесь надо именно убивать. Стрей, просто бейте, и все нахуй. Выжимай все, что есть, больше нет ничего. Быстрее прохиливайте, нахуй. Я же раскол вешаю. А от прохиливания. Ну. На нем было СРД? Нет, это СРД с прошлого трая был. Сейчас Берну. А, блин, все паблики, блядь. Ну, вы, почему на фул не поднимаются люди? Ну, я смотрю, короче, это, вот, и стоят, и, типа, по 3 секунды, блядь, по пол хп, нахуй, 2 человека, ну, 2 человека подняли, это ж пиздец. Я в ДЦ, блядь, соло подниму 2 человека, нахуй, за 2 секунды. Ну, ты молодец, блядь, Андрей, что могу сказать, красавчик, блядь. Не, ну, без обид. Вот сейчас вот я смотрю, люди, короче, стоят по пол хп. Вот просто пол хп стоят 3-4 секунды. Жень, на этой фазе ты можешь цепно не кастовать вообще. Ты можешь что-то просто, блядь, и большими хуярить по человеку, пиздец. Типа, если одного фернала убили, все, можешь уже точечно хуярить. Там как бы он его убил за 0,7 секунды. Ну, пока стоп прилетело. Пока стоп. Там как бы это никак не зацепило. Я не говорю, понимаешь, мне нету определять то, что Женя умер. Я к тому, что, бля, там были моменты, вот люди стоят 4 секунды, а второй кадр залетит, они просто умрут, и все. Ну, брат, да. Его убило за 0,7 секунды, а у других просто 3 секунды, и такая же ситуация. Потому что Женя умер, то хуйня, и это понятно, что ушел, он там ничего не сделал с этим.
Ну, можно на него орехи повешать. Я лучше орехи, конечно, на приста повешать, а... Так орехи не спасают от этого, они же... От двух ударов спасают. Так это не удар, это магия. Или он от магии тоже зависит? От магии проклят. И, кстати, орехи еще на 30% снижают задержку при, при получении урона во время каста. Вольт, такой встречный вопрос. Сразу ты видишь, короче, дебафы щитов своих? Да. Окей, все. Там, видишь, я вот исповедь заряжаю в челика, который просел, и просаживается второй. Когда его начинаешь поднимать, если вот МВшка в КД, молитва восстановления, то его хучем поднимешь, блядь. То есть там, ну, все равно ты. А ты молитвы не поднимешь, что типа нихуя. Я не знаю, я говорю, короче, вот, если Иисус кидает. Не, молитва просто, заранее, я молитва заранее. Я не говорю, что я ее кидаю, когда просел челик. Там просто исповедь я отдаю, когда он просел. А исповедь, она сколько там, 6 секунд КД, блядь. Пока она КД, нахуй людей шотает. Флешки. Флешки, блядь. А еще лучше. Окей, стоп. Стоп, есть СПД-банка Дракона Разума? Дайте, короче, Войду. Думаешь, это лучше Сапрота будет? Да, лучше. Я застыкал, тут тоже под этим хуярил, под СПД-банкой. Ты сломаешь, держись. Да не держись, Сапрот, не бойся. Есть у кого масло, блядь? Да и у меня масло кончилось. Я думаю, вообще скрафтить, пойти в фрост-шмотки на зиму, нахуй, чтобы жить нормально. Хотя... Ну мы от тайны умираем. Так зима ебашит тебя не, это, и физой, и льдом вместе нахуй. Здесь у кого масло на СПД, дайте, пожалуйста. Эммануэль, у тебя есть масло? Ты намазал на грудах масло себе? Намазал, красавчик. Че, никого нету, дать мне масло помазать, блядь, я вам золото дам, и обратно дам ваше масло. Фидики, где такое? Для меня золото, Андрей, давай так берем. Да, бери, я больше. Быстро помажу и обратно дам. Короче, пью СПДшку, да? Да, пью, пей дракон пей. Ну, у меня не дракон, у меня этот ЛКшная, но она апнутая, она больше, чем дракон дает. Ну, за счет профы. Что, нету никого дракона с тобой? Дайте ему дракона. Она, я же говорю, у меня больше моя даст, ЛКшна. Дракон дает 300 СПД или сколько? 188, у меня 195. А, окей, ладно. Ну там за счет миксологии. Я понял. Но если у него, конечно, был куплен этот у тебя. Ну да, этот, я, видишь, шею делаю пока что, не могу, блядь, купить. Ну ладно, все, готовность. Каски у нас 8%. Каски или бафни, Саня? А. МП5 тоже не. Сразу похавайте рыбу, чтобы вас не селили, блядь, мало не тратили. Все, иду и выйду. Короче, Андрюха, надо, смотри, я вот сейчас, чтобы не заебывал, короче, смотри, если у тебя одна зеленка на инфернал будет, так что два инфернала подряд, типа, то озвучишь, станешь, чтобы он тебе дал сакур после зеленки. Да, окей, хорошо. Я это долго переводил. Да, этот Ром тоже реагирует быстрее. Сейчас будет просто. Тебе не обязательно инфернальную звездочку выносить, если там никто не заморожен. Можешь просто назад отойти. Петя. Троян. Влади у них. Да. Да, мне за Влади. Скоро будет ребут. С такими лагами уже зиму невозможно пережить, по-моему. Кибиди вижу. Крест разморозить. Конь крест. Где я не вижу, блять, крест нахуй. Да, блять, где крест не вижу, вы че ёбнулись? А, вижу. Чё? Нет, ты, блять, крест для кого? Померяю все.
Просил. Сонка прожал. Не зверько отдал. Нормально, ничего не надо. Все же не можешь точечно хилить уже просто. Войда, Войчика просил. Холога. Пизда. Я тут без села стою. Эммануэля. Еще раз Эммануэля. Войчик. Лорд. Войчик. Кики. Это, блядь, трон. Кики. Кон. Хакаги. Конь. Конь. Песня. Паша в звездочку. Разморозить череп. Надо. Венец. Луну разморозить надо. Стоит это красноязычие? Не знаю. Не было. А, блядь, три... Беги, малышка, беги! Всё, приехали. На меня летит, я в бабле, нормально. Но опять на меня летит? Прохил мне. Опять на меня летит. Пять костов меня подряд. Умер приз, умер сосуда. Тебя чисто закастило? В меня кинуло две инферналки подряд. А, ну это жопа. Фамилиары. Ну все, садимся и ждем, когда у нас расстреляют. Все, падайте, у меня ман нет. Шопа. Пойдет зеленка, пойдет сухи. 650% Че, опять шотнуло, да? Ну, у меня было 650, короче, у меня было 30 чем-то стаков. Там 650% урона. Понятно, заслакал. Только зеленку отдал и все равно шотнуло, да? Ну, да, зеленку отдал под зеленку. То есть зеленку с незыбкой надо сдавать, да? Ну, незыбка у меня в КТ-6 просто была, на зиме. Бывает. Ну, на зиму отдал, точнее. Я ребутну секспирал выключу. Полагало, блядь, я, да. Сначала полагало минуту, а потом нормально встало.
Профессиональный инфернал, бей желтый джар по бобам. Так она должна просто ХП ресает. Она не спасет. Типа да, я побью, но она не спасет. То же самое, что и обновление повесить на человека. Там же все равно он не может постоянно хилиться, там раз в 2 или 3 секунды хил проходит. А мы... Вот. Не, ладно, не скажу, никому не в обиду. А что за ШП? Тебе нормально так давно? Или мы вагон? Ну, вы когда не заморожены, но... Я говорю, давайте мы же с ним поменяемся, блядь. Может, он подойдет, у него удачнее это будет получаться. У нас и так хила не хватает до конца. Может, он получше меня кнопки нажимает. Типа, я не понимаю, зачем кидать молитву восстановления на инферналов, когда можно просто флешками херачить. Там две флешки, наверное, выхилят человека с половиной ХП, нет? Я бы вообще связующим херачил, потому что я совершенно стрелок летает. Связующий кастуется 2 секунды. Типа долго. Связующая с флешкой одинаково кастуется. Связующая и стоит по мане также. Связующая просто себя тоже хилит. Ну, связующая оно профитнее, потому что если в тебя что-то пулька летит, ты все равно продолжаешь хилить и себя, и другого. И просто хуярит вот это щиток. Ну, связующая. Зима, 2 тика по 5, тысяч, тик по 10. Нет, зима это зима. Ну, зима, если слыт и тик 10 тысяч, значит ты слыл второй стак. Да по-хорошему надо, типа, чтобы ДЦшника тоже кто-то засейвливал. А может, палов хэпал, и типа Боб на зиме, и в ДЦ сам бабл и будет хилить, а шаман... Да ДЦ может в крайнем случае себе зубы дать все, прям просто вообще похуй. Да, видишь, я дал нахуй. И после зубов сдох, блядь. Кстати, Андрюх. Что? Вот давай Женю вылим, а Сатурны хэпала. Это будет буст РДДшников. Мы ни одного бафа не теряем вообще. Это будет буст РДДшников. Массакра, может, еще добавить. Медики ничего не потеряются. Дайте каску. Да и хапал мне здесь больше нравится на прохиле, чем шаманом. Шаманом здесь да реально сложно. Плюс на зиму можно массакру под баблом дать тоже. И стоять давай. Хилить нон-стопом. Давай. Жень, спихни свалем, пожалуйста. Настал Женин час показать ДПС. Меньше миллизона, там вот это вот всё. Да. Хоть кто-нибудь сейчас не выносит из миллизоны дебаф. Вот хоть кто-нибудь. Твоя просто... Сами будете хилить. А я буду синий кидать, у вас мана закончится через 20 секунд. Так мы с Фростом бьём. Фростмаг есть. А, это Фростмаг. Санька, так какая разница, типа синяя жага же все равно регенит, независимо от... Она кастером не регенит, регенит вот 1%, а ханту только идет синяя жага, очень сильно. Санькаски. Сейчас, дай попить. У меня на хапале, блядь, 30-40 секунд надо пить. Блядь. Ну, куда синюю и желтую, когда надо. А сколько у тебя холилайт кастится? 1.3. О, ну за 1.3, там поскольку по 25 тысяч критует или сколько там? Ага, вообще 20, заебись. 20 не хочешь. Бля. Причем это, ну это анбаф 20. Причем, Сатун, ты это... Тотем побольше. На фазу элементалей в себя частицу кидай. Это нет. Да. Это понятно, но... Так, я все, в принципе. Ему вообще по КД можно на себе идешь. Ну так-то да. Вот так-то нет. Танка нет как такового. Все, погоди, где есть совет? Также в кресту? Куда? Да. А я где стою? Ну я встану. А ну где мне встать? Лучше тогда. Мне не нравятся вот эти вот вообще метки на самом деле. Типа. Если бы вы, блядь, все просто четко делали, раз два строились, то я метку нахуй все убрал, да. Ну, типа, а по итогу что происходит? Нахуй? Как, блядь, сориентируется, даже не знаю, где он крест находится. Ну я встану, значит, слева от креста где-нибудь. Ты в печеньке стоишь. Окей. Ой, да я могу и в миле постоять. Несколько секундочек потом.
Ну, с этой стороны можешь и в мир заходить, да, спокойно. Все, избавились от зоны. Два, три человека в миллизоне всего. Ну, рассосите, чтобы не получали урон на лице. Да, да все равно будем получать. Ну, что, сейчас появится. Взрыв. Что мне никто не достало? А я допустим не достал. Никогда. Я собью. Алло. Я сказал. Загадно, да? Это заморожено или нет? Нет. Пики. Стоял бы там, наверное. Хаги, как? Хорошо. Мы с ней сейчас зима приготовились, но фотаемся. Я фотаю всех, короче. Построились. Мы выжили! Я ни одной пружинки не дал. Бойчик фрес. Войт. Не успел. Покаги. Хорошо. Блять, первая зима, это пиздец, конечно. Переведимся. Веру. Не двигаемся. Эммануэля. Эммануэля сейчас разморозим, короче. Любит докасать. Покай луну, покай луну, луну. Еще раз. Бегай, вот, сказал. Просил, сейчас он, блядь, там всех заводит. Еще раз как? Покай. Сиди. Блядь, всех зацепил. Блядь, ты, сука. Стань в тотеме, стой в тотеме. Просто два шага назад даешь, и все, если все видят. Да вы можете миликой в одной куче стоять просто вот в тотемах там и все, и назад отходить без опять зима. Серьезно? Ну я прожил с хуядом. Все, давайте, если вы что есть у вас нахуй. Потайте, не знаю, блядь. Пацану, тебе надо это, короче, где это тоже. Ну я не про. Ну я типа бабл отдал первый раз. Боб Най. Не откатил. Ну, типа дебаф не сказал. Когда я понял. Да нет, две зимы подряд это пизда, если с диминишем падаете. Ну, а чисто. Нет, типа, в принципе, я могу каждую зиму, если через две будет зима, потому что у меня массакра откатывается, и там оставалось секунд 30 буквально до... И это я понимаю, я с тобой согласен. Типа, две зимы мы спокойно можем пережить, ну, главное, не подряд. Вообще, еще, пожалуйста, не паникуйте с огнем, я не могу, типа, всех чуть, по чуть-чуть выхиливать, это капец какой-то. Типа, одного таргетно я спокойно прохилю с двумя-тремя стаками. Вот, когда нам три человека лутают, этот... Короче, пока. Дебаф. Ну, тяжело. Чувствую, это разница. Бегу на полторы минутки. Чувствуется? Не, ну с хапалом да, все равно приятней. Массакрафт или какая-то. Ладно, все, я сейчас бегу. Только мне так не хватает. А если я дам, получается, массакру с бопом, меня же все равно убьет, да? Или боп не пропускает так урон? Ты массакру отмени себя, чтобы на тебя урон не шел. Ну так вы будете урон тогда получать. Минус 20% на 6 секунд нормально. Ну так вы будете еще минус. А повесите все равно на все. Все, понял. Я не знаю, в рекаунте пишет Frost. Где там физуха, я вообще без понятия. На бопе у меня сколько? Ну вроде да, 3 минут КД. У меня именно вот этот дебаф после бабла. 2 минуты. Остался.
Ну, мы, короче, вот, я Эммануэль, короче, и тебя, и Эммануэль, но он еще сильный тоже, блядь. Тоже нихуя повлиял. А на зиме еще каст замедляется, по ощущениям, да? Ну, не знаю, по-моему, до каста я прыгал, выживал, отдал себе, блядь, эту, дубовую, блядь, и фотал, прыгал. Могу попробовать сову поменять на хостовую тренинг. Ну и прилети туда каст нахуй и въебет всех нахуй просто. На зиме как раз таки вставать в кучу вообще нельзя. На зиме, короче, типа продолжаются касты, вот те, которые мы вот в обычной фазе живем, типа огонь, лед, они продолжаются дальше кастоваться. Ты бегаешь в своей метке, а то ты к Андрею подходишь, ко мне. Типа смотрите, вот, вот начинается зима, блядь. Я еще поставлю печеньку медленно. Извините, блядь. Дана, блядь, поставилась. Вот нахуй. Спасибо. Печенька, вот это ваша мили-зона, типа, если не надо звездочку носить, ну, уже, блядь, разобрались, то вы уходите либо, блядь, назад, либо, на, ну, типа, вправо-лево. Сосуны там уже сориентируются от вас. И касаем, когда зима, смотрите, вот у вас есть меточка, да, у вас есть меточка. Отходите чуть-чуть назад от меточки, не идите вперед, центр, вправо, а, лево, нет. Не хотите, отходите назад, получится меткой, чтобы вы никого не трогали, если у вас прилетит огненной каст. Я нормальный каски бафу, да? Всем. Да. Да. На нем МП5 сейчас не надо. Ты в тот раз, походу, это МП5 же не бафнул. Ну, я ему давал все равно 8%. Сейчас СС кому? Наверное, по ДЗ. Да, я Войду. Я могу упороться, типа, и сделать бабл на первой зиме и отдать боб по Войду. Нет смысла. Нет смысла вообще никакого. Смысл ему стоять. Он, блядь, прыгает, хотает и щитует, типа. Так, он, а сколько быстрое исцеление не хилит, что ли, вообще? А зачем? Он щитует, а ты стоишь и хилишь. Ты просто через каст на вторую зиму кидаешь себе боб. Типа, если мы будем отдавать вообще и боб, и бабл, блядь, в зиму, ну, типа, это в одну, типа, это пиздец вообще. Не, ну я понял, все. Давайте, пока есть 11 минут, я саппорт, чтобы не перепивать за полем хотя бы еще разок. Все, иду эвэдить. Милики, вот вам печенька, нахуй, там и бейте. Все. Где ты можешь жопой ставить возле звезды и просто вперед-назад двигаться? А я же, так это где? Ты чуть ближе сейчас встань, чтобы это, не цеплять звезду просто. Вот так, ты просто, да, держи в центре и сдвигайся назад, и все, когда в тебя летит. Но тебе первая фаза все равно частица, если тебя в любом случае будет похиливать, все. Сейчас, почему нужно на себя кидать? А, учить. Да, я не озвучил его. Еще одна в Пашу летит. Войт. Выбежал. Нормально. Блять, я за дубовый дал конченый ебан, блядь. Ага. Ну да, но мне было давно. Этик, детик. До инферналов не бывает.
Ты касса встаешь. Сейчас он кастанет, начнет с другого кастовать, я встану. Что? Забафайте сразу фиг. Лорда прошу. Беги, малышка, беги! Зима, приготовились. Сразу фотки туда. Фиг надо разморозить будет. Так, босс подбежал. Жаня умер. Где? Я под боссом. Я знаю. Прохильте сейчас. Сейчас, наверное, кажется, мне убили его стаки просто. Это, когда зима заканчивается, на вас еще стаки висят. Типа надо добегать их. На всякий случай. Не, я вот просто, у меня стаки были, я боссу подошел, все, стаки не набирались. Потому что ты подошел, вот они у тебя до конца и скинулись. Если зима заканчивается, на вас стаки висят, они не спадут, пока вы дальше не пробежите. А, ну это может быть. 15 секунд еще рез будет. Пытается как суицид почему-то. Петя, я просто хотел, чтобы правда еще не задеть. А вы можете на винце встать так, чтобы типа не задевать друг друга на макс рейнже? Типа вас стремились. А, ну, да. Петя меня задевал просто. Я стал возле льда, чтобы в крайнем случае я Эллиот разморозил. Вас одна кастанула, типа, и вы втроем лутали. Там, да, там, ну, два раза подряд. В пяти летел, и меня летел. Как в прошлый раз он говорил, типа, бля, начинается винец, видите, как вы просто расходитесь нахуй по сторонам, пиздец. Так вы стоите в печеньке. Не, ну я стоял наискосок на макс рейнже. Еще дальше я не буду с этим, меня не дотягивает. Ебать его, урод, нахуй. А чё за хуйня, блядь? Ну вы когда рисаете, надо рисать, как можно отходить дальше от ко входу, ну, а не вблизи босса. Там просто челик один за дверью остался, блядь. Я рам, блядь, нас кастует. Починись. Только фэпало спекнулся на зима, бля, где элементарин? Смотрите. Я еще джагу забыл, кстати, обновить. Закончилось 1.5 кастбол. Сейчас, наверное, попробую еще тренинг надеть.